поздравляю с победой. Вот с ничьей все-таки матч был интересный. Первый вопрос. Ты смотрел матч с вашей группой между командой Darkside и Дружбой народов? Нет, я просто зашел на трансляцию, посмотрел, как сыграли. Вроде Darkside выиграл 5-3 или 4-3. Больше ничего не знаю. То есть не можешь сказать ничего о ваших соперниках следующих? Ну, вроде Дружба народов, мы с ними играли, такая нормальная команда, так что. А сегодня вообще отмечается Международный мужской день. Как думаешь, получилась мужская борьба в вашей игре? А я думаю, да, и было жестко, и качели, то мы выигрывали, то они выигрывали. В итоге ничья. А в прошлом мощном матче вы пропустили 3 мяча в первом тайме. Не боялись в этом матче пропустить также в первом тайме 3 мяча? Да нет, мы не думали об этом. Мы старались играть в свою игру, забили. Вроде в первом тайме не дали ничего создать, на второй вообще не вышли. Первые 5 минут пропустили быстрые 3 гола и пришлось отыгрывать. Как все-таки удалось сравнять счет? Вот последние 3 мяча в концовке — это вообще вот просто нечто. Ну, за счет индивидуальных действий, наверное, и то, что дожали. У нас Тима Гусейнов и Даня, они хорошо Минку играют, и они решили эпизоды, вот и все. Последний вопрос. Сейчас для того, чтобы занять первое место, вам нужно будет забивать очень много мячей. Как-то будете настраиваться теперь чисто на атаку в следующих играх? Ну, как и нам, так и Shadows надо забивать много мячей. Там посмотрим, кто больше будет забивать. То есть очки терять не собираетесь вообще даже? Не собираемся. Кажется, игра победа. Well done. Спасибо.